Очень трудно было не соврать. И нам теперь, где вымысел, где правда, где явь, где бред, вовек не разобрать. Сквозь ковш большой медведицы прозрачной, сквозь ветки яблонь в белых лепестках не разглядеть, и надо однозначно читать, что пишет автор на листках. А он напишет про все на свете, про совпадение из наших снов, и мы поверим совсем как дети, как в наваждение, в порядок слов. Запахнет морем эвкалиптом, густым настоем индейских трав. Ах, как же сладко читать запоем, покой за это и сон отдав. Итак, она, жена давно чужая, плывет с другим к далеким берегам. И новый свет корабль принимая, не знает, кто прибудет по следам. Угрюмым утром больной и слабый, и что случится, не угадать. Ему плечица и вечной славы у всех шотландцев не отнимать. А он в коросте и в лихорадке, превозмогая сезон дождей, все что-то пишет в своей тетрадке про честь и храбрость цветных вождей. И вот покуда дождь на крышу сыпал, из ожидания, как из сундука, вдруг буквой «Ай» костылю флинта выпал, а вместе с ним и книга на века. А по-другому и не бывает. Из настоящей своей беды выходят сказки, в которых тает чужое горе, как будто льды. И не мешайте ему скитаться и заблуждаться на всякий счет. Когда допишет, то может статься, что так и в жизни произойдет. Распустит ночь серебряную пряжу, и нитями на волны упадет. Она придет по утреннему пляжу, оставив дом, сама к нему придет. А что греховно и что духовно, запишет кто-то, не нам судить. В реестре судит, но в девять ровно он их в то утро соединит.